появилась пчелы, я называю ее так, я начала применять с августа. Вообще каждый человек имеет свою зону и состояние комфорта. Вот когда я начала это применять, я почувствовала, что я чувствую себя комфортно во всех отношениях. И в плане здоровья очень хорошо мне. И в плане сложения моего тела я начала худеть. Но я не какая ты была? Покажи, какая ты была. Я была вот чуть-чуть вот по всем объемам на пару дней. А я уже почувствовала вот от этой формулы, что я иду обратно, у меня начался счет обратно. Мне будет 44, потом будет 43. И вот мой самый комфортный возраст, в котором я лучше всего себя чувствовала, это было 37-38. Я знаю, что это так и будет очень скоро. Спасибо. Моя дочь, ей 28 лет. Она тоже была на формуле какое-то время. И сразу после 3 месяцев она заметила, что пища, она стала вроде как бы и безразлична, потому что она сытая, организм сытой. Еще что заметили, что ее проблемная кожа, которая как бы все время ей давала какие-то проблемы, после месяца примерно, после 5 недель, стала чистой, и это, конечно, нам очень понравилось. Когда она бывает в гостях, теперь она чёлкается не вином, а водой, и никак не может быть в помещении, где курят, потому что организм настолько вычистился, что это ей, ну, как бы не по плечу. А курила раньше она? Да. То есть сама курил, теперь не любит и не курит? Да. Потеряла удовольствие жизни? Да. Все у той жизни. Отлично. А еще у кого есть результаты? Эти результаты есть еще у моих родителей. Родители мои 84-83 года. Они в аптеку имеют право ходить только за пластырем. Больше им ничего не надо. Они как бы трудоспособные, могут сами делать все. И в другой раз даже мы им завидуем энергии и на тех вещей, которые они еще с удовольствием делают и не теряют вкус, любовь к жизни. А что было у них до приема? Большое давление было у матери. Ну, скажем, а у отца какие-то проблемы со сном, с памятью. Вот, и теперь... Что память восстановилась? Ну, не могу сказать, что восстановилась. У него как бы была хорошая память, но теперь просто отличается человек от того, который был. А давление у мамы? У мамы давление упало, она стала нормальным. И теперь, как я спрашиваю, какое у нее давление, она говорит, не помню, когда мерила. И когда человек не помнит, когда он там мерил или не знает, какая у него температура, вы сами понимаете, что это значит, этого нет. Прекрасно. Спасибо, Лена. Добрый день. Я просто хотела поделиться то, что со мной произошло. Именно с этими людьми я встретилась в Литве, в городе Друзганинкайн, которые привезли чудесную формулу. Это белки, это построение дома. И когда начала ее употреблять, со мной что-то произошло. Что-то. Это чудо просто. И первое, что произошло, ушел цепи. И потом... А до этого ты пила паразитарку? Нет, я пила паразитарку, но это год тому назад. Это совсем, по-моему, не связано даже с этим. И просто изменились мои потребности другой или той пищи. Просто начала по-другому совсем относиться к пище. Совсем не хочу сладкого, совсем не хочу. Кофе иногда выпиваю, иногда. И бывает, что она даже меня от нее тошнит даже от кофе. И когда начала формулу потреблять, просто мои линии совсем другими стали. Какая это была? Покажи. Ну, вот такая. Если была грудь, еще грудь, еще грудь. Вообще, вот такая была. А сейчас...
использовать то же самое. А по расходам как? А по расходам, конечно, когда пьешь эту формулу, меньше уходит на как бы обычную пищу, потому что не хочешь ее. Идешь в магазин и нечего покупать. Глаза даже не видят то, что раньше не было. Виндаль, а есть у тебя еще по структуре результаты у кого-то? Да, у меня по структуре результаты есть у многих. И вот моей девушке одной, ее Ритон называет сестра Юрати. Юрати вообще изменилась классно, а врачи никак не могут понять, от чего это. Вот, а что не изменилось? Объемы. Сколько размеров она похудела? Наверное, на 3-4 размера она похудела. Да. В какой период? Она начала, как мы были в Литве, с этого времени она до сих пор... 7 месяцев. Да. И у нее там была проблема с давлением, было, ну, всякое было. Сейчас нет этого. Она пошла через ПАШ, у нее все... Все, да. Спасибо большое.